Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo è il mare d'Azzurro. La ferrovia. Si vedono le ciminiere dell'acciaieria, della Softstal, continua ad essere bersagliata da colpi. Nel frattempo si vedono delle esplosioni provenire da quel lato, di verosimilmente colpi d'artiglieria diretti verso la Softstal, verso l'acciaieria, dove rimane una piccola sacca di resistenza ucraina. Dall'altro lato il porto, che è ormai completamente controllato dalle forze di Donetsk e dalle forze russe. Недавно ходили там, где я живу, два дня назад. Только перешли мост и начали с завода стрелять. Эти фашисты. Ужас какой-то. Мы их, наверное, убили там, не знаю. Простите, пожалуйста. Я не могу говорить все. Это ужас, это ад, это страх. Я не хочу такого. Хочу, чтобы все люди на всей земле жили в мире, в согласии, в понимании. Чтобы нигде этого никто не испытывал ужаса, страха такого. Troppo cadavere di un uomo ormai in uno stato di decomposizione avanzato. Eviterò di camminare in questa spiaggia ed avvicinarmi al bagnasciuga perché può essere molto pericoloso, ci potrebbero essere delle mine. До войны занималась, была инспектором по кадру, частной фирмы. Андрюшка ходил в школу, занимался музыкой, занимался тайским боксом. А почему вы решили остаться здесь, а не сбежать, когда все это началось? У нас тут квартира, больше что у нас? Больше ничего нет. Денег нету, чтобы где-то жить. Начинать все сначала. В ЛЧ работал, слесарь-ремонтник. Доменные печи ремонтировали, станы, конвертер, мартены. Вот закончится война, будем опять восстанавливать все. Questo è un mezzo della Marina Ucraina che è stato affondato qui nel porto di Mariupol nelle scorse settimane. Это все оставила Украина. Они посваливали, а крупы оставили. А жрать народу нечего. Жрать народу нечего? Так, пацаны, мы пока силы есть, мы поехали. Да. Все, давайте. Жрать народу нечего, мы на церкви раздаем это все. Спасибо большое вам. Маурицио.